Средняя школа – самое время задуматься о будущей карьере. В перерыве между уроками обязательной программы семиклассники нашли время и посетили тематический час «Дорога в жизнь. Профессия журналист». Не обязательно быть вот таким зажигательным человеком, все знать, все уметь, хорошо удержаться на публике. Нужно оставаться за кадром, если ты журналист, который работает в газете, да, или сейчас у нас есть интернет-издание. Все начинается с буквы и внутреннего желания. С опытом оттачивается слово и усложняется текст. Работа с информацией – это навык, который необходим во многих профессиях сегодня. Ребятам рассказала об особенностях работы в печатных изданиях журналист с многолетним стажем Наталья Дорофеева. Я поработала во многих коломенских газетах, была редактором молодежных изданий Подмосковья. Создавали мы с нуля несколько газет, в том числе и «Воскресенский ровесник». У нас такая была молодежная газетка. Вот мы стояли у истоков создания этой газеты. Но печатные газеты, к сожалению, у нас из жизни убираются. Мы переходим в интернет-пространство. Вот как будет жить печатная журналистика? В дальнейшем время покажет. Сегодняшних спикеров, как мы случайно узнали, связывает история воскресенского молодежного альманаха «Ровесник». Наталья создавала первый выпуск, а Александра была редактором последнего. В 14 лет я выпустила свою первую статью про КВН. То есть я стала юнкором и с 14 лет упала в журналистику и не выпадаю оттуда до сих пор. Началось все с газеты. Сейчас, наверное, газеты никто не читает из вас, да? Но вы все читаете новости, телеграм-каналы, что-то еще, обязательно это все делаете. И смотрите короткие видео. Шорты, рилсы и прочее-прочее, да? Так вот, все это начинается с букв. В любом случае, куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, буква – это единица того, что позволяет вам владеть информацией, упаковывать ее в любой формат. Значение профориентационных мероприятий – отклик в сердцах тех, кому еще предстоит выбрать профессию по душе. Задумываться об этом нужно уже сейчас, чтобы к моменту поступления быть во всеоружии. Юлия Тиунова, Даниил Колпаков, новости «Искровект».